День добрый, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы сегодня со Светланой решили вам сделать такой небольшой обзор. Обзор по опрыскивателям. На сегодняшний день в магазине огромнейший выбор опрыскивателей. И какой из них выбрать, мы как раз сегодня с вами и обсудим. Перед вами 4 опрыскивателя. И какой же из них выбрать? Свет, вот у меня в руках это как раз, наверное, для тех цветочниц, у кого цветов совсем мало, да? Да, вот в квартире, может, на подоконнике вот пройтись маленько. Да, опрыскать. Вдруг там белокрылочка завелась, да, на фуксии, или клещик где-нибудь, создать. Да. Либо нужно опрыскать, влажность создать. Мы возьмем небольшой опрыскиватель 0,5, просто туда нальем жидкости. Он вот с таким, как говорится, дозатором. И вот так нажимаем и прыскаем. Раз, 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 да? В принципе, если это небольшое количество цветов, то это удобно. Да. Света, а если там штук 500, уже похуже, да, наверное? Вообще очень тяжело, когда много цветов. И подконки внекорневые нужно делать, и от вредителей обрабатывать. А давай мы начнем с малого до великого, да? Например, у вас все подоконники в цветах. Если вы каждый подоконник будете опрыскивать, рука устанет. Ну, зато мышцу накачаете, хорошую. Для этого, если у вас цветов побольше, вам пригодится вот такой. Это на 1,5 литра. Тут, в принципе, литр и еще немножечко. Ну, он помповый. Он помповый, да. И он уже с ним интересней. Да? Мы его так вот накачали. Развели эту жидкость, которую нам надо. И вот таким вот образом опрыскиваем. В принципе, заряд закончился, да? Воздуходавление. Еще раз подкачали. И еще разочек. Но мне вот в этом опрыскивателе не нравится, он крупно распрыскивает. Ну, кстати, да, он крупно. Ты больше мелко, да, любишь? Я люблю, ну, если создать влажность там вот, то да, помельче. Помельче. Ну, в принципе, обработать растения от насекомых или удобрить, в принципе, пойдет. В принципе, пойдет, да? Но если у вас есть зимний сад, либо теплица, да, Свет. Да. Света сейчас будет как раз делиться своим опытом, потому что изначально у нее был вот такой опрыскиватель. На сколько литров? Расскажи, Свет. Изначально у меня вот был вот такой вот. Ему уже несколько лет, наверное, года 3 или 4, садовник на 6 литров. В принципе, долгоиграющий, хватило на 4, да, года. Нормально. Он и сейчас в рабочем состоянии, он хорошо опрыскивает, тут все регулируется, он работает очень хорошо. Мне так бы и дальше нравилось. Но кстати, силы... давай посмотрим, чем он удобен. Да? Он удобен тем, что вот эта палка можно и под листик, да, и куда-то наверх, на дерево, даже если нужно деревья обработать. Но она тут не удлиняется. Хоть и не удлиняется, но, по крайней мере, тут вот ты наверх на дерево полезешь, да, и под цветок вот так не залезешь. Будет не очень удобно. Соответственно, эта палочка удобна. Но я знаю, что у тебя есть кое-что такое инновационное, интересное. Давай ты расскажешь, в чем плюсы и в чем минусы его, и перейдем... Но самый классный, который есть у Светланы. Ну вот, он всем хорош, но в последнее время очень мне тяжело вот это вот все вот проделать, вот такие вот упражнения, накачивать воду. Накачаешь там, несколько минут побрызгаешь. Ну тут нет воды сейчас. Немножко есть даже. Побрызгаешь, но когда большие площади, вот, ну вот, дорожки все вот я обрабатываю... Как он называется? Ну, травлю, короче. Ага. Тоже большая площадь. И очень руки у меня сильно устают. Тут деревья вот развели, тоже их обрабатывать надо. И короче, я задумалась, вот увидела в интернете опрыскиватель аккумуляторный. Вот в данном случае у меня теперь есть умница. Умница. Так, насколько это умница литров, Света? Ну, изначально я искала на 12, но вот в прошлом году их вот они были, а в этом году уже я или опоздала, или поторопилась, я не знаю. Но я знаю, что они в Красноярске где-то появились, да? Появились сейчас. На 12 литров. Теперь поздно. Этот на 16 литров, вообще я об этом не жалею, потому что мы тут с мужем придумали вот... Ну, он же таскать тяжело. 16 литров поднимать? Он вообще был в виде ранца. Мы сняли. Я так решила, что я не буду его на спине таскать. А изначально он как рюкзак, ямочки, да? Да. На спину одевается и... Ну, так, это сейчас уберем. У мужа нашла. Была сумка вот на колесиках. Мы сумку убрали. Помните те бабушкинские сумочки? Да. Удобные, классные. Их катать можно. Так. Мне муж вот прикрепил. И вообще я вот...
взяла его полный и пошла. Так, ну что, Света? Очень удобно. Он работает на аккумуляторе. Да, аккумулятор... я его уже зарядила. А, он заряжается, он снимается, да? Тут очень много насадок. Муж мне даже презентовал вот такую сумочку, чтобы всегда были под рукой, у меня были... Тут их 5 штук. Это чтобы мелкие, крупные, да? Да. Насадочки. И для деревьев, и для цветов, и вот зонтик. Ага. Свет, давай мы зарядим тут этот аппарат и покажем удобно, нашим зрителям, вот, как он работает. Что удобно, вот мне тоже, что немаловажно, чтобы он дольше работал, тут есть вот ситечка. Как фильтр, да, такой? Да, фильтр. Чтобы не попадало ничего плохого. Вот, давай я тут... маленько налью сейчас. Угу. Ну что, Света налила сюда, как говорится, жидкость, той, которая нужна. Свет, показывай, как он работает. Можно туда удобрение добавлять, ну, дозировка там, или от вредителя что-то вот. В общем, по инструкции разводим, как рекомендуется, на этикетке. И начинаем, как же он работает. Тут у нас, у меня же удочка вот эта вот, она удобна очень. Свет, пойдем сливу обработаем. Поехали. Так, я, получается... Вот так вот. Ага, мы едем, едем, едем в далекие края. Так, очень удобно. Вот муж у тебя просто молодец, придумал такую штуку. Мы подъезжаем вот сюда, ставим возле дерева, так, как нам удобно. Так, чтобы показать кнопочка тут. Тут есть волшебная кнопочка. Вот, ее нажимаешь. Зазвучало. Заработала. Заработала. Это он накачал. Все. Накачал, можно работать. Так. Ой, сейчас ты... Вот таким образом работают современные опрыскиватели. Нажимаешь вот на это, вот перестало все. По мере необходимости, когда он... Он подает воду. Подает воздух, делает давление столько, сколько нужно. Поэтому, друзья... И я теперь, у меня руки прям здоровые. Если у вас есть возможность пользоваться и покупать лучшее, покупайте лучшее. Но если у вас небольшое количество растений и маленький сад, то, в принципе, можно и ручными. То, что мы разобрали раньше. Ага. Им даже просто поливать. Вот у меня горшки, полки широкие. И мне нужно вот дотянуться, достать. Я не буду тянуться за горшком. Я просто подойду вот так вот. Раз, полила в один горшок. Другой горшок. Третий горшок. Свет, а насколько хватает аккумулятора по инструкции? По что инструкции пишут? 4 часа можно непрерывно работать. Но я столько не работаю, не знаю. Я же его недавно купила. Буду испытывать, пока вообще очень хорошая помощь в хозяйстве. В общем, заявляют на 4 часа, я думаю, оно так и есть. Поэтому, друзья, мы сегодня вам показали, какие есть инструменты для обработки. Да? Выбирайте сами для себя и пользуйтесь лучшими. На сегодняшний день мы с вами прощаемся. До скорых встреч!